Так говорит Дух Святой, сколько я говорю к вам, сколько я говорю послушание. Если будете исполнять мое служение некачественно, мой труд, если я буду говорить много, и вы будете исполнять раз через раз или даже реже, буду меньше говорить к вам. Будете удаляться от меня. Цените то, что я говорю к вам. Исполняйте. Я говорю так, чтобы было лучше для вас, народ мой. Я очень много говорю к вам. Сколько благодати. Вы еще не понимаете до конца, насколько вы благословенны духовно. Я даю вам возможности возрастать духовно. Сколько вы имеете возможностей? Пользуйтесь этим, моей благодатью. Если будете возрастать духовно, то и в земных делах буду также вас благословлять. Аминь. Мир вам, братья и сестры, христиане. Видите, как Господь чудно говорит к народу Божьему через Духа Святого о том, что нужна исполнительность, нужно послушание тому, что открывает Дух Святой. Если это не будет совершаться, значит, Бог будет меньше говорить. Если будет это совершаться, будет народ Божий возрастать. Это нужно ценить. Это большая, большая благодать, когда Бог говорит, Бог открывает через пророческое слово. Это нужно велико ценить и отвечать на это. И тогда это будет содействовать и духовному росту, и, соответственно, Бог даже будет и в земных делах это будет влиять и на земное благословение. Так открыл Дух Святой. Аминь.